Всем доброе утро, ребят. Ну что у нас сегодня? Акции, поехали. Начнем с английского сервера. Интересно, что там сегодня у нас добавили? Что у нас интересного есть? Посмотрим заодно награды за вход на английском. С новой акции. Наша вчерашняя раста. Так. Набор накопления. Скин на Барда, скин на Дуэлянта, скин на Мэри, в принципе, неплохо. 2000 этих, такое себе, блин, лучше бы дали 2000 агента. Ну, такое себе, честно говоря, не ахти. По 200, 20, 300 печенек. В принципе, печеньки и так продают для экономии пэтов. Так, ивент коины. Так, вот есть 20 камикроков. Блин, задрали. Это опять полгода буду качать. Так, что у нас тут? Камешки. Камикрок 5. Ну, такое, честно говоря, ничего сверх интересного нет. За пэтов, конечно, вот это неплохо. 1680 тратите, получаете, ну, плюс 50 кристаллов. Так, окей, с этим разобрались. Поехали дальше, посмотрим, что есть. Коллекционер. Ну, коллекционер неплохой. 10-е тихое укрытие. Плюс здесь. За бочку из этого, в принципе, неплохо. Тоже карта. И рунка 3-я на эмблемы. Относительно неплохо. Так, дискаунт 200. Что в дискаунте? Ничего не поменяли, психощиты все то же самое оставили. Так, наш сейл-пак, борт. Что-то они зачастили реально с этими настолками. И здесь, и на русском сервере сейчас забежим, тоже открыли. Вот два камикрока, ничего себе, спасибо, IGG. Так, ежедневный вход. Ежедневный вход, второй день у нас здесь. Две рунки 10-го таланта. То же самое у нас на русском сервере вчера было. Смещение один день. Как видите, здесь больше. На русском плюс 100 питомцев. Здесь этого нету. Accumulation, Land, Prospector. Да, что-то ничего такого сверх. Прям мега-мега-мега-мега вау нету. Ифты обычные. На архе рановато. Так, окей. Ну такое. Халява, конечно, но глянуть аккумулейшн. Так, дэшпаки. Аккумулейшн 23 часа всего лишь. Не 2 дня, как было, к сожалению. Так. По скинам сейчас глянем. Мэри. Тут еще качать и качать. Это вот тоже, в принципе, 18, 19, 20 как раз должно хватить. Ну, конечно, то, что дают 2000, ну, печально. 2000. Такое себе. Так, ладненько, окей. Побежали дальше. Побежали на русский сервер. Глянем, что у нас на русском сервере. Кстати, не посмотрел на столку, на и там плюхи были. Там вроде у нас плюшечки поменяли. Так,
Так, базар, субботний набор. Сейчас интересно посмотрим. Пакет накопления. 1 плюс 1. Ну, 1 плюс 1 хоть есть. Большая выгода есть. Подарки тут. Сокровищница. Ничего себе. Интересно, а что здесь сокровищница? Может, топника раздают? Препарат роста по башка рогатка 47 на рину. Смешно. Так, временные. Вот она, настолка. Ну, такое себе, честно скажу. Чтобы прям мега вау. Тоже Камик Роки мы вчера забрали. Скин за один пазлик. Так, ежедневный вход тоже воронки забрали. Только видите, здесь 7, а у нас 6. Так, вот разбиватель яиц. Осколком. Такое себе парящий остров. Там ничего не меняли. Поехали рынок посмотрим. Накопление неплохо, скины дают. В принципе, уже хорошо. Монетка 200 этих. Но по сравнению с английским, это вообще какая-то печаль. Ну, такое себе. Так, набор субботний на барда скин. Рунки. Вот 30 камней, блин. У нас 20 всего. Чё на рынке? Вообще печалька. Так, сейчас пакет накопления. А, награда за один сам. Ничего себе. Действительно что-то случилось на русском сервере. Опять какую-то хрень дают за один самоцвет. Наверное, компенсация за этот. Закупись, собери себе пак. Так, огники есть, как обычно. Надо будет не полениться разыграть. Поэтому не пропускайте последних 2 недели. Или даже уже сколько, уже 3. Знаю, сегодня, возможно, завтра еще сделаем это дело. Так, ну такое себе. Ничего такого мега-мега вау. Единственные паки вот начали 600 книг давать. Но это, опять же, это ни о чем. Выгоднее сундуки брать, но... Кольца 75. Все же лучше, чем на английском 1000 препарат роста. Так, окей. Забрали здесь плюхи, поехали Тайванчик к ним. Что-то они зачастили с халявами. Такс. Что у нас здесь есть интересного? Мэри. Пак, пак. Мэри дешевеет за 300 самоцветов накопления. Вот нормально, здесь хоть дают паки накопления, хоть какой-то шанс. Смотрите, 10 тысяч, сразу 6 карт. Неплохо. Командорку можно собрать. Седьмые тоже неплохо. Третьи сумочки за 20. Ну, довольно-таки, я вам скажу, неплохие паки. Начали более активно здесь продажу новых итемов. Вот, смотрите, какие плюхи. Получше, чем на русском сервере. Здесь хоть расходники какие-то дают. Так, ну накопление такое себе. Ну, получше. Так, поехали посмотрим, что здесь у нас есть интересного. Понятно. А тут... Ну и не хочет грузиться с первого раза Тайванька. Придется перезаходить. Так, сундучки, понятно все. Так, смотрим. Это понятно. Хрусталка. Вот такое себе. Ну, в принципе, нижние призы неплохо. Половинка Мэри Зефир сразу. Так, пиратик. Вот же.
Вот здесь самый идеальный, как по мне, шарик. Точнее, остров. А я добавил, ну ладно. Пусть будет, не жалко. Так, поехали, немку чекнем. Вчера нам здесь сумку дали. В обожании героев. Сумочку на зефир. А мне кажется, на немке зефир будет быстрее всего на бездонате. Не знаю, успеем или нет. Настолка тоже есть. В общем, везде все есть. Но тоже настолочка, видите, немножко другая. О-о-о. Здесь у нас уже второй день пошел. 10 осколков дуэлянта. Ну, в принципе, неплохо. 40 Мэри уже в этом стоит за десятку. Так, сейчас глянем. Интересного есть на этом. По ивентам. Накопление. Говорю, накопление. Коллекционер. В принципе. Но здесь нету обычного, видите. 19 осколков, ребят, зефира уже здесь. 19. Просто пипец. Так, он здесь быстро собирается. О, вот, пожалуйста, вам опять халява. Супер. Будем по чуть-чуть собирать некроса. О, рынок у нас еще не обновился. Я думаю, попозже будет больше халявы. Вот, пожалуйста, 10 дуэлянта, сумка зефира тоже халявная. Поехали, ее откроем. Будет у нас 20 осколков теперь. Бум, 21. Ну и то неплохо. Так, еще я хотел глянуть. Скиталец. Сумка. Ну, тут ничего не поменяли. Но все равно круто. Так, окей, с этим разобрались. Поехали дальше. Поехали, глянем. Сейчас еще айосик. Что у нас приготовил айос сервер на выходные. Там. В принципе, как видите, халява есть везде. Они еще халяву на АЭС. Так, разбей яйца, ежедневный вход. Давай, загружайся. Не хочет грузиться. Коллекционер. Уже неплохой, но на английском сервере в последнее время, мне кажется, получше. Вот смотрите, сколько дают плюх халявных относительно. Здесь в два раза больше препаратов роста, нежели у меня. Так, парящий. Понятно все. Давай, заходи. Сейчас еще глянем рынок, что у нас интересного на рынке есть. Так, вход. То же самое. Но здесь, видите, 7 дней на английском нас обделили. Так, такой же самый базар. Здесь плюхи
такое, ну здесь 2000, вот, пожалуйста, 2000 препарата роста, блин, а у нас 2000 синих. Но у нас скину больше. Такой же пак, но остальное такое же. Ну, в общем, вот такие вот, ребятушки, дела. Нету, единственное, здесь настолки я не вижу. Синский, так. Вот такая вот, вы поняли, что, малята. Ну, в принципе, тоже неплохо. Так, давайте сменить бесплатно. Заберем. Бум. 300 самок. Лявны. Так, нанять слизь. Уже 325. Надо по чуть-чуть копить самоцветы. Копить ближе к Новому году. Может, там что-то будет годное. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.